Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Максим Галкин и Алла Пугачева стали свидетелями съемки, которую их дети устроили в гостиной. Родители застали ребят врасплох. Гарри увлеченно фотографировал померанского шпица Марусю, любимого питомца Пугачевой. Ему помогала сестра Лиза, которая то отвлекала собаку, то придумывала для нее позы. А, Луся, смотри, у нас фотосессия Маруси. Как профессионал, Маруся. Папа, мне видно, я для проекта не смогу сделать. Ой, прости. Маруся. Маруся. Ой, хороший. Вот так. Отлично. Теперь ложись на подушку. Маруся, теперь на подушечку, давай, залезай. Где, что ты на подушке теперь? Вот так, вот. Вот, прекрасно. Ой, какая прелесть. Молодец, Маруся. Молодец. Как у тебя получается? С британским флагом. О, замерла, как настоящая. Она Маруся, Маруся. Не так давно у Гарри появился свой профессиональный фотоаппарат. Мальчик увлеченно все фотографирует. В качестве его модели уже была девочка, которая живет по соседству. Также ему нравится фотографировать замок и все, что в нем находится. Максим Галкин даже помог сыну сделать альбом с первыми работами. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение,